Не только найти работу, но просто у нас, особенно государственные работы, вообще оплачиваются никак. Здесь государственные работы как-то считаются очень престижно. Ну, люди здесь по-любому жалуются, но я им говорю, слушай, сиди и не жалуйся, и радуйся, и будь счастлив. Хорошо, причем у меня в Молдове родители работают, получают там какие-то копейки в каждый месяц, еле-еле считают, стараются за себя заплатить, стараются. Я никогда не жалуюсь, у меня всегда все считаю, что было, но у нас 100% не было такого, что здесь в Америке у людей по 3 машины, и они еще считаются бедными, или, не знаю, как бы, я считаю, что мы жили в тот достаток для нас, но по сравнению с Америкой здесь это считается очень бедно. Так, и самое нелюбимое, то что я считаю, что иногда не все люди, но здесь люди, они не понимают и не ценят то, что у них есть. Там, допустим, мне своих друзей нужно постоянно уговаривать пойти куда-нибудь там. Пойдемте посмотрим на голливудский сайн, знаете, когда там это над горой написано «Hollywood». Пойдемте посмотрим там, или пойдемте в Сан-Франциско, посмотрим на мост. Для них это «да шо, шо, мост, видел, 100 раз уже видел этот мост, зачем, идемте в мол». Для меня это шок. Ты что? Ты же здесь живешь, тут такие красивые места, города, вещи. Для нас это такая мечта, просто там быть, сфотографироваться, не знаю, увидеть. Для них это, ну и что, ну и пошли, я лучше пойду в мол, куплю себе новые джинсы. Но это не все, это я не хочу generalize, говорить, что все такие, но много из моих друзей не такие, к сожалению. Анжелика спрашивает, говорит, ну, наконец, расскажи о самом переезде, как и почему, как ты адаптировалась, родители, как дальше развивалась и пришла к YouTube. Приезд, я очень быстро адаптировалась к этой культуре, так как я всегда хотела здесь жить. И не знаю, я такой человек, что мне очень легко адаптироваться под любую культуру. Я как хамелеон, можно сказать. Конечно же, я все равно наполовину русская, наполовину молдаванка, это все равно в моей крови, но мне очень легко адаптироваться к культурам, выучивать язык, жить здесь. И поэтому мне было очень легко. И как бы через 6 месяцев мне уже люди принимали за свою. Ну, конечно же, все по-любому слышат мой маленький акцент, от него избавиться просто невозможно. Вот. Как дальше развивалась и пришла к